Мир вам, дорогие служители, я благословляю ваш день, да поможет вам Господь и поддержит руки. Дорогие друзья, в следующую пятницу и субботу, 19 и 20 августа, в церкви «Живой поток» состоится служение Freedom Weekend. Freedom – это значит свобода. И во время служения мы будем проводить семинары, посвященные проблемам непрощения, а также семинары, посвященные исцелению духа, души и тела. Во время служения мы будем проводить общие молитвы, а также молитвы на индивидуальном частном порядке. И если в вашей церкви есть люди, которые нуждаются в таких молитвах, мы будем рады послужить им. В служении будут принимать участие пастор Виктор Кашубин, пастор Александр Мацкевич, евангелист Дмитрий Тихоненко, Виталий Химич и многие другие посвященные служителя. Иисус сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Я прошу молиться об устройстве этого служения, и да благословит вас Господь. Аминь.